Моя соседка рассказала, для чего предназначена каждая сторона на терке. Не знаю, как вы, но я только узнала об этом. Возьму для примера обычную терку, у которой 4 грани. Такая терка имеется в каждом доме. Кто знает, для чего колючая сторона? Она считается самой травмоопасной. Данная сторона предназначена для приготовления пюре, например, из яблок. Сторона с двумя или тремя лезвиями используется для крупной шинковки овощей. Можно нарезать кружочками сыр, кабачки, морковь, картофель и другие овощи. Осталось узнать, для чего стороны, которые напоминают капельку. Крупная капелька и мелкая. Секрета нет. Я уверена, что именно этими сторонами вы пользуетесь чаще всего. А предназначены они для крупной и мелкой шинковки. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на канал с колокольчиком, и тогда оповещение о новых видео вы получите самое первое. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!